Сегодня у нас второй пакет из набора. Так, давайте высыпем. Так, соберем вначале фигурок. Угу. Это явно от Питера. Так, где его голова? Нет, это явно голова женщины. Так. Ого. А вот и голова Питера. На. Так, голова Питера Пана, голова Питера Пана есть. Ого. Прям как будто настоящая шляпа его. Так, она же как-то там подсоединяется. Может, не так. Как-то затеваю. И у Питер Пана еще вот такая вот труба. Питер Пан наш готов. А теперь давайте соберем деньги. Так, вот ее явно штанишки. Так, кофточка. Похоже, все. Так, теперь вот эту одеваем. Крылья. Кстати, крутые крылья. Так, где еще голова? Голову одели. Осталась прическа. Вот прическа. Так-так-так. Вот прическа. Дин-дин и Питер Пан. А сейчас давайте сделаем ей шарик. Дин-дин, я имею в виду. Красивый цвет, розовый, мой любимый. Так, хопа. Маленький шарик. Так, давайте начинать собирать их платформу. То есть корабль. Так, дальше там у них. О, такая странная штучка. Теперь давайте поставим вот эту. А, нет. Там же ведь вот такой маленький талик. Такой красивенький, миленький. А теперь вот такой большой, потемнее, чем вот этот талик. А еще там вот такая вот крепежка. И давайте поставим еще с другой стороны. А теперь давайте поставим вот такую вот. Ого, крутая деталька довольно. И вот этот кубик. А сейчас поставим, чтобы закончить почти наш корабль. Ну, основу корабля. Нужно вот так делать, чтобы как-то был какие-то бортики. Давайте поставим вот такую. Так, ого. Крутая деталь. Как будто их две тут разных. Так, поставим мы ее. А, так, так, так. А давайте вначале поставим. Давайте поставим вначале вот эту. А по краям вот эти. Ой, не так, а вот так. И тут так же. И теперь мы должны поставить вот эту.
Давайте потом вот эти вот джамперы. Когда они тут красиво очень смотрятся. Будут яркие. А тут еще приукрасим, чтобы наш корабль был такой богатый, как бы. Теперь давайте прикрепим вот такую штучку. Она у нас будет стоять вот тут. А поверх прикрепим, чтобы выровнять немножко. Вот такую вот. Давайте поставим нашу мачту. Вот для чего вот эта вот держалочка. И поднимем. Вот так давайте поставим. А теперь тут какая-то еще держалка опять. Давайте поставим ее вот сюда. И опять все прикрываем. Интересно, а для чего эта держалка? О, тут какая-то вот такая. Наверное, для нее. Да, она для нее. Это якорь. Значит, для него. А теперь давайте паруса прикреплять. О, у нас какая-то странная коробочка. Тут парус. И написано, что это Лего. Нужно вначале, смотрите-ка. Вот так. И потом вот так. Поднять паруса. А! Тут еще флажок какой-то у нас. Давайте его прикрепим. Заодно красиво. Давайте сделаем фонарик. Хопа. И поставим его, давайте, вот сюда. И давайте прикрепим колесико. Не забывайте, не вот этой стороной, чтобы впереди, а вот этой. Ой, я неправильно вам сказала. Нужно не этой, а вот этой. То есть наоборот. Так, давайте вот тут тоже. Вот это похоже больше на машину. А это больше похоже на поезд, поэтому вот так ставить надо. Все готово. Вот, смотрите, он катается. Давайте, Питер Пен и Дидди там будут посидеть. Питер вот тут. А Дидди вот тут. Постоит, пожалуй. И вот тут вот шарик будет. Так, достаем наш паровоз. Смотрите, а вот эта держалка для чего? И вот это зачем? Давайте попробуем подсоединить. Да, подсоединилась, так и должна быть. Смотрите зато. Это поезд. И платформа едет за поездом. Пока. Завтра будем собирать еще одну платформу. То есть платформа будет держаться за другую платформу. А самая последняя, мне кажется, будет очень интересная. Лайк и подписка. Не пропустите четвертую платформу, когда мы будем собирать. Мне кажется, там что-то будет таинственное.